Всем привет! Сегодня голубей покажу. Вот он мой, как бы в летний, ну, вольер. Здесь у меня и утки были, ну и голуби. Голуби — это то, что уцелело. Копчара бьет по-страшному, тем более сейчас даже вороны гоняют их. Раз, два, три, четыре, пять. Двое не летают, вот этот рябой, он что-то битый вместе с бабочкой. И вон тот капкан, тоже какая-то фигня. Эти два, не знаю, чили или кто, и вон тот один венгер пепельный, они еще летают. Поднимаются у этих двух чили. Игра есть хорошая, этих двух пахпачей. Ну, сейчас куда их? Весной где-нибудь выпущу. Или кому-нибудь отдам. Часто они сдохнут, если где-нибудь их выпустишь. Сейчас покушает, может, шугну. Мороз сейчас, ну, примерно 25 градусов. Сибирь. Вон, видите, лес. Тайга это уже. Ну, лес. Там сплошной уже, сплошняком лес везде идет. Вот за дачами нашими. И летом особенно. Там столько этих соколов прилетает, этих балабанов. Это вообще их сапсанов. Это... Просто если они поймут, ну, если он снял один раз здесь голубя, то он будет всегда здесь потом крутиться. В течение месяца, пока не поймет, что голубей нету. Вот видите, тайга какая. Сейчас холодно. Даже вороны, когда голубь играет, может, кто видел, когда голубь бьет, вороны даже начинают гонять. Ну, они думают, что какой-то больной или что. Даже вырвите голубя хвост, все, его задолбают вороны, сороки. Сейчас покормил их. Так что живут. Ну, минус 40 было уже. Ничего, голубь самое главное сытый, а он выдерживает температуру. Ну, до 40 градусов. Вот они. До 40 градусов они нормально себя все чувствовали. Вот они гнезда. Там спят, вот здесь под крышами. Кормлю их пару раз в день. Вот здесь перловка была. Каши давал. Выгрызали. Ну, еще и сюда залетают воробьи. Тоже кушают. Вон того что-то прилипло. Капкана. Не знаю, даже не знаю, сейчас холодно. Навряд ли они полетят. Сейчас где-то, ну, 25. Надо, чтобы было немного потеплее. Тем более, мы поели только что. Так что в мороз голубь не боится. Главное, чтобы был сытый. Едят снег, воды вообще не ставлю. Выходит вон ледка. Сейчас покажу. Вот они, вот крыша. Вот они все объедают. Вот, и там по на этой крыше полностью все кушают. Ну, ладно. Голубь мороза не боится. Ну, такой. Декоративный, не знаю. Для декоративных, может, надо будет что-нибудь потеплее ставить. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся.